Привет, ребята! И это снова я, Крек. Узнали? И я вас узнал. Как я рад нашей встрече с вами. Ребята, вы помните, мы в прошлый раз научились с вами считать до 5. Давайте посчитаем снова. Скорее, раскрывайте пальчики на своей правой руке. Молодцы. А теперь давайте считать. 1, 2, 3, 4, 5. Здорово. 5 пальцев. 5 пальцев у нас на правой руке. А сегодня мы будем считать дальше. Да-да-да. Если к 5 пальцам, вытянутым на правой руке, мы добавим 1 пальчик, вытянутый на левой руке, у нас получится... Давайте посчитаем, сколько пальцев у нас получится. Скорее, скорее. Вытягивайте 1 пальчик на левой руке. Да-да-да. Правой рукой вы мне можете помахать, а левой рукой только пальцем погрозить. Готовы? Теперь посчитаем, сколько пальцев мы вытянули. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да-да-да, 6 пальцев. Вот это цифра 6. Да, она очень важная и пузатая. И похожа на замок. А давайте вспомним, чего у нас 6. Например, 6 колес у больших грузовиков. Да-да-да, эти грузовики возят тяжелые грузы. И 2 колес. Им недостаточно для такой тяжести. Давайте посчитаем. 1, 2, 3. 3 колеса с одной стороны. 1, 2, 3. И 3 колеса с другой стороны. Да. У больших грузовиков 6 колес. 3 колеса с одной стороны и 3 колеса с другой стороны. Все верно. Ну что, цифра 6, мы запомнили тебя и никогда не забудем. А нам пора двигаться дальше, к цифре 7. Скорее, вытягивайте на левой руке еще 1 палец. Да-да-да, получились ушки, как у зайчика. Помашите-ка мне правой рукой. И левой рукой с 2 пальцами вытянутыми. Да-да-да, как ушки у зайчика. А теперь давайте посчитаем, сколько пальцев мы вытянули. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да. 7 пальцев. А давайте теперь вспомним, чего у нас 7. Точно, 7 дней недели. Повторим эти дни недели. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Да-да-да, воскресенье – мой любимый день, потому что в этот день я отдыхаю и ничегошеньки не делаю. А теперь цифра 7. Нам пришло пора с тобой прощаться. Мы отправляемся дальше, к цифре 8. Вытягивайте скорее еще 1 пальчик на левой руке.
Да, теперь на левой руке у нас 3 пальца вытянуты. А на правой руке 5. Давайте скорее посчитаем, сколько пальцев мы вытянули. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все верно, 8 пальцев. А вот и цифра 8. Да, цифра 8. 2 колечка. А если цифру 8 повернуть на бочок, она превратится в очки. Да, цифра 8. Вот тут 8 цыплят. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодцы! Отлично считаете! Ну что, цифра 8, мы тебя запомнили и уже никогда не забудем. Но нам пришла пора двигаться дальше. Да-да-да. Отправляемся к цифре 9. Вытягиваем еще один пальчик на левой руке. Ой, посмотрите, только один пальчик остался зажатым. Да-да-да. Правую руку раскрывайте полностью. Там 5 пальцев. Отлично. А теперь давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, 9 пальцев мы с вами вытянули. Отлично! Вот тут 9 клубничек. Давайте посчитаем их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все верно! 9 клубничек! Молодцы! Вы отлично считаете! Смотрим на цифру 9. Вот она. О, да это не просто цифра 9. А это 9-ка акробатка. Видите? Если 9-ка переворачивается на голову, то она превращается в цифру 6. Эй, 9-ка, ты чего? Мы точно знаем, что ты 9-ка. Не прикидывайся 6-кой. Правда, ребята? Мы же только что видели, что ты 9-ка. Ну вот, так-то лучше. Цифра 9 – большая шутница. Иногда переворачивается с ног на голову и становится цифрой 6. Вот так. Теперь, 9-ка, мы тебя никогда не забудем. Мы знаем, что ты акробатка. А нам пришла пора двигаться дальше. К следующей цифре. Цифре 10. Скорее. Раскрывайте все пальцы на правой руке. И помашите ко мне. И я вам помашу. А теперь раскрывайте все пальцы на левой руке. Да, и я вам тоже машу. А теперь двумя ручками вместе. Ура! Мы дошли до цифры 10. 5 пальцев на правой руке и 5 пальцев на левой руке. Вместе! Это 10. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Отлично! Отлично считаете! А теперь давайте поиграем! Сейчас вот здесь будут появляться цифры. А мы с вами должны их назвать. Только чур, без ошибок. Раз, два, три. Начинаем. Да-да, это цифра 3. Молодцы. Все верно. Это 5. Ха-ха, угадали. Это цифра 7. Да-да-да, это 9. Ху! 9 перекуркнулась и стала 6. Угадали. А это 1. Все верно. Это 10. Молодцы. Да-да-да, это цифра 2. Угадали. Ух! Ну что ж, мы с вами научились считать до 10. А теперь пришла пора прощаться. Ах, до новых встреч, ребята! Только не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить ни одну новую серию с Кряком. До новых встреч, ребята! Пока!